Валерий Степанович, мне стыдно говорить с вами на эту тему, но я вам хочу сказать два момента. Наверное, у поляков и у немцев пища вкуснее. Продались вы за какие-то ковришки, которые мне непонятно. Но это ваша честь, ваша совесть и ваше отношение к всему. Бог вам судья. Я не буду вас судить тут и что-то призывать чему-то. У меня к вам просьба. Прекратите произносить слово 38-я бригада, которую вы опозорили. Опозорили как офицер и тем более как бывший командир. И не говорите об этом никому. А совет мой, снимите тельняшку и берет. Хватит. Вам не нравится то, что делают вооруженные силы Республики Беларусь и России? Ну, значит, оденьте малиновый берет, любую майку и ходите и прославляйте то, что вы хотите. Живете вы там, живите, не лезьте к нам. Успехов вам, и на этом все разговоры с вами прекращены.